Что за чудесный гость? Какая осанка и стать? Я? О, да. Я вот думаю, так ли хорош твой флютинг, как ты сама? В каком смысле? От мужчин и от женщин отбоя мне нет. Ведь не только пером поражает поэт. Если жаждешь любви, я к сражению готов. А поэзии, что ж, я любитель стихов. Пусть будет флютинг. Прекрасно. Может, усилим впечатление? Побьемся об заклад? Мой заклад? Спасибо. Мы готовы? Начинай. Словом можно смешить, развлекать, унижать. Но ты знаешь, что может оно соблазнять? И в любовной игре всех важнее голова. Да, тебя на колени поставят слова. Да! Ты лишь только вошел, меня бросило в жар. Я охотно ударом твой встречу удар. Ни одним языком похвалиться могу. Меж губами нетрудно пропасть языку. О, еще! До утра в твое ушко шептать я бы мог. И столь жарких, клянусь, ты б не выдумал строк. Но к чему болтовня? Лучше ведь показать. Что ж, на деле попробуй свой пыл доказать. Это было прекрасно. Редко встретишь того, кто ни в чем не уступает мне. Так что скажешь, может, найдем местечко, где можно не только болтать? Это лишнее. Где мой выигрыш? Да, конечно, я просто пошутил, да. Дружеская шутка. Прекрасный поединок. Тоже проголосует. Молодец, Фроди. Высокий, если голосуешь за лес, сядь у сена. Если за реку, у мешков с бобами. Что ж, решено. Завтра мы с вами будем играть у реки. Да. Так, теперь следующий вопрос. Нашему отряду нужно название. Выбираем. Бойцы за пирог или драконы тени. Кто за бойцов за пирог, садитесь у сена. Кто за драконов тени, у мешков с бобами. Занять места! Высокий, ты тоже, чтобы не было равенства голосов. Равенство голосов. Пока что. Высокий, помоги нам снова. Решено! С этого дня... Мы с вами драконы тени! Очень подходит будущим воинам. Следующий вопрос. Что будем делать, если схватим воина пиктов? Хотите побить его? Садитесь возле сена. Хотите взять в плен? Возле мешков с бобами. Вперед! Равенство голосов. Пока что. Высокий, помоги нам снова. Решение Альтинга. Мы возьмем врага в плен для допроса. Те, кто отдал за это свой голос, получат знак мудрости. И ты, Высокая. Помните,
Чем больше вам известно о враге, тем лучше. Используйте любую возможность что-нибудь о нем разузнать. Фроди, тебе следует записать эти мудрые слова. Спасибо, Высокий. Хорошее поколение подрастает. С Ноттингемшир в надежных руках. Ну, давай же. Попробуй ты. Эйвор. Идем. Встань здесь и смотри на фьорды. Давай, держись за меня. Я первый раз так высоко. Твой отец привел меня сюда, когда нам было лишь 19 зим. И мы вместе складывали каирны. Вот эти? Да. Прояви свою смекалку. Сложи из камней широкий и высокий каирн любой формы. А как выиграть? Играй, и наградой будет успокоение. Наслаждайся ветром и красотой.
слышал, что случилось с Арчибальдом? Да, я был с этим болваном, когда он зажег огонь. Ведь говорили ему, что не стоит испытывать судьбу. Ты все видел? Расскажи, что произошло? Сказания не врут, Вильфред. Нам явился могучий пикт, что может волка разорвать голыми руками. Видел его? Сам не знаю, что именно мы увидели. Но что-то там точно есть. Арчибальд весь из себя такой смелый, поднял факел. А потом раз, и голова его падает на земь. Мы наутек. Может, хоть труп его заберем? Ха. Иди. А я ни за какое серебро не вернусь на эту проклятую гору. Слышал, что случилось с Арчибальдом? Да, я был с этим болваном, когда он зажег огонь. Ведь говорили ему, что не стоит испытывать судьбу. Ты все видел? Расскажи, что произошло? Сказания не врут, Вильфред. Нам явился могучий пикт, что может волка разорвать голыми руками. Видел его? Сам не знаю, что именно мы увидели. Но что-то там точно есть. Арчибальд весь из себя такой смелый, поднял факел. А потом раз, и голова его падает на землю. Мы наутек. Назови себя, воин. Будь по-твоему. Твоя судьба — умереть для меня. Немота прошла?
твоей легенде пришел конец. Камням, чтобы не падали. Каменный человек сможет защитить меня от пиктов. Я его строю, но не получается. Это проверка ума и смекалки. Клади камни ровно, выше и выше. Но они падают. Пусть тебя направляет красота природы. Думай о форме, равновесии. Ух ты! Спасибо, что показал. Да будет твердость в твоих руках и сердце. Прощай. Мама, папа, теперь я справлюсь сама. Не волнуйтесь, у меня будет целое войско каменных людей.
Huh?